Воплощение в жизнь инициатив «Завочан» и поддержка молодых ученых НПО «Энергомаш» стало поводом в очередной раз собраться за круглым столом в неформальной обстановке. Трудовой коллектив пригласил на предприятие лидера движения общественной поддержки «Кимке интересно жить» Михаила Раева и представителей администрации города, чтобы узнать, как проходит реализация предложений, которые работники завода выдвигали на предыдущей встрече. Одно из них – изменение графика движения общественного транспорта. По словам Михаила Раева, именно молодые специалисты – одни из самых активных категорий горожан, чья энергия направлена на улучшение условий проживания в городе. Их инициативы чаще всего получают наибольшую поддержку химчан. Это очень активная часть именно молодежного движения «Энергомаша». Вот. У них в свое время была инициатива и, значит, помочь решить вопрос об изменении времени движения автобуса. Вот, на сегодня этот вопрос решен. С 15 сентября будет действовать новое расписание. Чтобы поддерживать молодых ученых, молодых работников на предприятии, конечно, этим должен не только заниматься профсоюзный комитет данного предприятия, работодатели, ну и, конечно, руководство города. Говорили на круглом столе и о персональной поддержке молодых ученых. Так, в Химках реализуется региональная программа льготной ипотеки. На предприятии ей уже воспользовались многие. Вот первоначальный взнос, и также тебе помогает выплачивать кредит в течение 10 лет, да, такой стоит всего лишь процент. Также на этой встрече молодые ученые выступили с новыми инициативами. С ними можно ознакомиться на сайте HIJ-Online. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы в первую очередь.